Кажется, я был прав, да? Стало еще хуже. Что-то как-то не похоже на то, что он все разрулил, да? Ты понимаешь, когда он озвучивает свои планы, за ними не скрывается ничего, кроме его патологии. Он псих и маньяк. Не говори так. Сколько мы с ним знакомы? Около месяца, да? И что мы имеем? У меня отбиты почки. Тебя... Мы кинули очень крупных, серьезных барыг. Мы должны бабок. Мы в рабстве у каких-то нациков. Да, мы раньше занимались мелочевкой. Не знаю, может быть, тебе было мало, но... Но у меня была ты. Мне этого было достаточно. Обратно не отмотать. Лер, мы должны свалить. А Джуз? Я вообще срал на этого Джуза. Он свой выбор сделал. Он же у нас человек идейный, да? А нету ничего страшнее, чем идейный человек. Потому что он за свою идею продаст меня, тебя и мамку свою родную с потрохами. Надо уезжать, Лер. Ты что это за меня-то решаешь, а? Потому что я мужчина. Угу. Где ты был, мужчина? Когда меня другие мужчины трахали. Знаешь, я себе пообещала, что больше никогда не буду слабой. А ты мне сейчас предлагаешь свалить в какую-то избушку и сидеть там, укрывшись под одеялом. Класс. Давай как-нибудь сам. А я сама за себя решу. Я никуда не поеду. Сука, ну по почкам нахера? Опять буду кровью ссать. Извини меня. Извини, я правда...